Всем привет, ребята, вы на канале Низерман. И сегодня с вами я, снова, Найсэм. И сегодня мы будем играть на сервере WiveBot в мини-игру под названием Bed Wars. Так что начинаем. Давайте-ка дуос. Давайте дуос. Игра начнется через 50 секунд. Подождем. К сожалению, Низермана сегодня нет. Давайте-ка попробуем паркур пройти. Не мешай. Да ё-моё, сюда нажал. Давайте-ка проходим паркур. Кто ты? Интересно, успею прийти? Паркурист, думаю. И упал под конец. Где стоять? Вот. 6, 7, 8, 9, 10. Пойду-ка, может, куплю лошадь. Блоки. Ясно. Где? Дай мне чуть-чуть. Блоки. Еще, наверное, куплю. Давайте-ка будем строиться. Я упал. Это печально. Это грустно. Надеюсь, в этот раз я не упаду. А чё я упал-то? В чём проблема? Это типа блок исчез. И вот опять. Да ё такое. Что за фигня? Можем не достроиться нормально? Дай мне тебе купить шерсть. Мой союзник нормально такой, он застроил. А я ненормальный, походу. Я опять упал. Даёшкин кот? Да, я думал, что я смогу лететь, но не смог. Мой союзник уже набежал. Почему-то написано время, когда будет это. Ладно, побежим на базу. У меня упал второй слиток. Конечно, как всегда я в ритме. Купим этого чуть-чуть. Меч. Ах ты ж. Ты иди нафиг. Меня убили. Иди убей. Как она со спины меня бьет? Я не понял. Походу, она сейчас убьет. Ты наш? Ты ж какой? Что за фигня? Окей. Вашу базу уничтожу. Он не сдох. Как бы нашу кровать защитить? Броня.
обратно. Купим себе оружие какое-никакое. Лаболки мне не нужны. Не, считаю, это блин, какое-то нападение жестокое. Давай, застраивай. Я пока буду. Можно как-то прокачать? Нельзя, ну ладно. Вау. Кстати, броню купил. И в чем я соскину? Такие оружия. Хватит? Нет, не хватит. Пойдем еще. Самое главное, чтобы никто к нам не пробрался. Оружие. И покупаем себе этот. Эй, Олег, ты где? Союз. Так, ну ладно. Не хочешь быть здесь, значит не хочешь. Так. Что возьму, может, кирку? Давайте возьмем кирку. Вот так.